Добрый день, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Христова. Это я, пастор Церкви Слово Жизни города Калуги Альберт Раткин. Я являюсь епископом наших церквей по Калужской области. И, как многие из вас уже знают, наша церковь уже 20 лет находится в противостоянии с нашими калужскими властями. Мы не воюем, мы не противостоим никому, ни им, ни кому-то еще. Но они стараются всеми силами запретить нам собираться в кафедральном соборе храме Христа Спасителя. 20 лет назад наша церковь купила это здание, построила, сделала несколько пристроек. Мы проверили реконструкцию всего здания. Ну, в общем, много терминов, я не знаю, как все это правильно называется. И все эти годы, все 20 лет мы находимся в судах. Кто только не приходил нас проверять, кто только не давал задания покончить с нами. Но я верю, что это невозможно. Невозможно покончить с Церковью Христовой. Последние судебные решения были запретить нам эксплуатировать кафедральный собор. И мы приняли решение купить палатку. 2 месяца мы готовили всей церковью. Мы собирали какие-то финансы, мы подготовились к этому. Судебные приставы были у нас, мы делали видео, показывали, вооруженные приезжали сюда. Они думали, что я буду сопротивляться. Заказывали группу быстрого реагирования, 7 человек с оружием, приехали. Но мы не сопротивлялись. Мы молимся и мы делаем все своими руками, у нас есть руки трудиться. Нас поддерживает очень много церквей, многие молятся за нас. И мы благодарим каждого из вас, спасибо большое. И вот этот радостный день наступил. Мы приобрели палатку. Сложности всегда в любом деле какие-то, но всем преодолеванием это силой возлюбившего нас Господа. И скинию эту также строили. Были определенные какие-то трудности, ну ничего страшного в этом нет. Господь дает мудрость, как правильно что делать, поступать. Вот это его заслуга, это его работа. Мы только исполняем то, что он нам предлагает сделать. Аминь. Так что легко работать. Бог силу дает, конечно. Палатка размером 19 метров в диаметре на 350 человек. И нас это устраивает. Нам этого будет хватать. И мы благодарим каждого, кто помогал нам. Но нам еще нужно расплатиться за эту палатку. Внести последние деньги и, конечно же, утеплить ее к зиме. И поэтому мы обращаемся сегодня, если у вас есть на сердце или у вашей церкви, если вы как пастор слушаете меня сейчас, то в конце этого ролика мы оставим реквизиты нашей церкви, куда вы сможете пожертвовать, если к этому влечет вас ваше сердце и вы хотите поддержать церковь в Калуге. А да, еще мы оставим карточку Сбербанка, будем благодарны за любые пожертвования, неважно сколько. Храни вас Господь и благослови вас Господь. Спасибо за все. Мы любим вас. Мы ценим вас, мы вместе, спасибо, аминь.